Здравствуйте! Вы на канале Ягодный Гриболов. Очередной раз выбрались в лес за белыми грибами. Ну вот пока ходим-ходим, нашли только один грибочек. Оказался немножко червивый. Вот, ну мы его тоже взяли. Вот, и посмотрите, какая красота нам попалась. Какой малыш с большой ножкой. Шикарный гриб. Конечно, мы его берем. Такая красота редко встречается. Посмотрите. Посмотрите, какой хороший. Видите, даже щелка есть в ножке. И чистый гриб. Чистый-чистый. Чистый грибочек. Свеженький. У нас вчера дождь прошел. И, видимо, вот молоденькие грибы начали вылазить. Так что будем собирать. Погода у нас сегодня хорошая. После дождя, правда, влажненько немножко. Но ничего. Посмотрите. Нам на пути встретился еще один красивый грибочек. Замечательный. Как спрятался, да? Сразу и не видно. Солнышко на него падает. Так он притаился. Ох. О, посмотрите, какой. Крышмушка. Все. Мы грибочек забираем. Посмотрите, какой хороший. Ножка твердая. Так. Слизняк сидит. Посмотрите. Ножка твердая-твердая. И шляпка. Посмотрите, какая светленькая. Хорошая. Немножко погрызанный, но посмотрите, ножка светлая. Сейчас мы ее срежем. Смотрите, светленький весь гриб. Хороший. Отличный гриб. Смотрите, какие у нас холмы. И с другой стороны два братца. Два братца нас ожидают. Два красавца. Посмотрим. Вот один, а вот он второй. Ай, слизняки это вообще поедают грибы со страшной силой. Вот еще один. Ну, хороши же, правда? Засыпем там, ну, как вроде еще лезет. Спрячем. Хорошенькие. Берем, берем, берем их. Ходим, ходим, и посмотрите, вот именно здесь под деревьями попадаются грибочки. Хоть немножко он покусанный сверху, листик его защищает. Ну, наверное, о, нет, он уже плохой, старенький грибочек. Нет, мягкий. Оставляем его.